У регионального центра спортивной подготовки обновился автопарк. Для спортсменов приобрели два микроавтобуса. Одними из первых новый транспорт опробовали игроки женской баскетбольной команды «Нефтяник». Улучшение материально-технической базы стало возможным благодаря субсидии из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография». Региональный центр спортивной подготовки – это кузница нашего, как говорится, спортивного и резерва, и основного состава сборных команд Омской области. Также это, естественно, спортсмены, которые входят в высший эшелон сборных команд России по различным видам спорта. И наличие на сегодняшний день комфортабельных автобусов позволит нам более успешно проводить и тренировочный процесс, и организовывать соревнования для нашего центра спортивной подготовки и других учреждений нашей сферы. Это и встреча команд гостей, и перевозка спортсменов на различные соревнования областного формата. Здесь же очень важна встреча спортсменов на брендированных автобусах после завоевания медалей различного достоинства, первенств мира, первенств Европы. Конечно, нам будет намного комфортнее перемещаться, потому что это средство не на 10 человек, а мы можем все 15 человек ходить. И думаю, что даже с чемоданами, когда мы особенно уезжаем в поездку, и мы, бывает, сидим друг на друге, потому что в маленькой «Газели» мы туда не вмещались. Автобусами будут пользоваться представители регионального центра спортивной подготовки, а также игровые команды «Нефтяник» и «ОМСИБГОР».